когда съемочная группа, да, операторы все разобраны, они все работают. Наши герои только что, каждый из них явился из-за границы, из своих художественных путешествий. Мы, слава богу, сегодня здесь, но наш фильм параллельно идет на нескольких фестивалях. И вот 18 октября будет прекрасная премьера в одной из лучших галерей Москвы, в галерее НИКО. Я в это время буду в Симферополе представлять наш фильм в конкурсной программе на фестивале «Человек, познающий мир». Одновременно он будет идти в конкурсе на фестивале «Влюбленные в искусство». И дальше еще целая череда. Этому, как режиссер и продюсер, я очень рада. А вот что думает о фильме Гриш, который смотрит его уже второй раз? Я сейчас спрошу. Гриш, пожалуйста. А, Гриша думает, что этот фильм как какое-то напоминание о... Это началось все год назад, и у нас была совершенно другая жизнь.